что начальник парково-трудовой деятельности дал добро, что мы все закончили, полы намыли, хлоркой все обработали, пыль везде, чашки, всю красоту навели, и я иду выкидывать мусор. Леди на каблуках, блин. Ну а что, тоже надо? Грязная работа должна быть кем-то выполнена, поскольку Юля сегодня начальник у нас, поэтому тащиться придется мне. Она и так сделала большую часть работы. Пришла раньше, она всегда раньше приходит. Поэтому Юле надо помогать. Да уж. Мусорные бачки. Вон они, тут собаки. Да, собаки-барабаки тут завтракали, обедали и ужинали. Так, сейчас буду рукавичку купить. Что-то упало мимо. Я думаю, пакет-то там, бутылка моя, которая была для воды, использовалась, упала туда за ящиком. Что, блядь? Тут событие-то в поселке. Сообщаю лаухчанам, кто не знал. Магазин Дешево, который раньше был Дикси, закрывается. Там какие-то скидки 50% на весь товар. Приходила уже подружка, говорит, ты опоздала, там ничего нет. А я и забыла уже про это. Сейчас зайду, посмотрю, может, что осталось. Ну так, чисто глянуть. Интересно же. Какие сосули на мороженое на магазине. Крутые, красивые. Вот такой магазинчик у нас в центре был. Все, распродажа, все по 50% скидки. Давайте посмотрим. Даже не знаю, что мне надо. А у тележки есть пирожники? Ажиота. Будет. Народу в магазине. Привет. Можжёнки уже нет. Тортовый не хочу. Я бы взяла, знаете, что у нас осталось с ленёвкой Лёши Бетлёва пиццу. У нас еще остались тесто, а продукты уже закончились. Что, нет грибочков, что ли? Размораживать придётся. Лень. Вишню взять на пироги. Вишню можно. Я не знаю. Мне всегда интересно. Посмотрим. Я так такой потребитель скидок, я вам хочу сказать. Ну вы поняли, никакой. Ну что, я скажу, все. Спицы какие. Они говорят, мы знаем, надо смотреть, что по компьютеру. Слышала новое выражение, девчонки такие говорят, типа, что так дорого, и такой слышал, что вы хотели, даром? Даром, говорят, за амбаром. Нет, это покупатели между собой. Народу, конечно, полно, в магазине надо скорее двигаться к кассе, а то потом хрен выйду. Молокососа целый дом, двое. Вот, конечно, пьют молоко. Успела покупать. Ну, одному купила молоко, второму купила молоко. А маме? А маме что же? Блин? А это все сахар, классическое, сахар. Сахар мы не пьем больше. Чудо взять, Лёвка чудо любит. Так не такую, которая вот в этом вот чудо в коробке, вот такая. Она не такая прикольная, как в маленьких пачечках. Поэтому нет, он любит, как из маленьких пачков, такая тягучая, а это слишком жидкая. Вот это аншлаг в поселке. Помимо того, что скидки,
магазине, магазин закрывается, так еще и обеденное время. Просто машин тут пруди. Поселок оживает на обеде. И когда пора всем домой. Народу, ё-моё, это очень много это. Я даже не знала, что у нас столько людей в Оухе живет, сколько сейчас набежало на этот магазинчик. Взяла немного, иду на работу. Я такой потребитель скидок, я не могу прийти и нахватать всю подряд, потому что мне не нужно. И вообще мне, я заметила, легче выбирать в одиночку ходить, думать что-то, рассуждать о том, что я буду готовить, чем я вот теряюсь в таких больших магазинах, толпа народу, это не мое немного. Даже скорее я привыкла сидеть в интернете и там все выбирать, закидывать в корзину, потому что так удобнее товар читать, цену читать, все читать, что из чего сделано. Старею, что ли? Бабка уже стала. Кончилась распаковка на работе. Такого мы еще не делали. Чек я взяла. Сейчас посмотрим. Приправу вот такую, базилик. Мне нравится. Но чем-то она похожа на запах кошкиного туалета. Здесь не могу не согласиться. Иваси. Сардина тихоокеанская, Доброфлот. Доброфлот, вы мне, кстати, советовали. Просто на кассе стояла, типа, товар по акции. Я говорю, да, давайте. Паспорку фирмы вроде мне советовали. Я зашла, баночки от этого Доброфлота зашли. Поэтому взяла две. Салат сделаем. Мимоза наш любимый. Конфетки. Колбаса, сервелат зернистый. На пиццу. Тесто осталось. Там что-то осталось. Какие-то ингредиенты нарезанные уже в виде помидоров. Надо плату утилизовать. Вишня замороженная. Для пирога можно сделать пирог на сахарном тесте, на песочном, со сметаной. Блин, сметану надо было брать. Вот хорошая масля приходит опосля. Две упаковочки. Мандарины. И моим млекопитающим, которые молоко расходуются, я не знаю, если кто замечает, когда у меня холодильник открывается, закрывается, там постоянно эти коробки с молоком, постоянно они обновляются, пополняются. Молокозаводик у нас маленький, и пьют, и не перестают, блин, пацаны мои. Так, салфетки первым делом, 15.39. А где вот написано, как понять? Мне просто интересно, ну, вам рассказать, мне это пофиг. Че и как? 21.99, сумма со скидкой 15.39. То есть 22 рубля здесь, и получилось 15 рублей. Молоко Простоквашино. 120 рублей, а со скидкой получается 60 рублей. Прикинь, в половину. Вот эта бутылка молока 60 рублей. Там еще есть. Иди, там народу столько вообще, правда, на кассе. Я офигел, ну, молоко. Блин, если бы это не такой скоропортящийся продукт. Кстати, сколько он годен-то? Ну вот разлили его 5 февраля, и годен он до 19 февраля. У нас уже завтра его не будет. Может, в принципе, еще? Не знаю. Да нет. Хочу сходить пока, правда, там все не разобрали. Вишня. А, прикиньте, вишня мне бы обошлась в 300 рублей. Вот это вот стоит 150 рублей. Сколько грамм такой? 400 или сколько? 300? Пищевая ценность на 100 грамм. Мне бы обошлось 2 пачки в 3 сотки. Я думала, ну где-нибудь, ну хотя нормально. А апельсин мандарин-то почем? А не знаю, сейчас подожди, я скажу, мандарины 56-36 мне. 72-99, но здесь 72 грамма. 56-35, так и есть. Вы на них нет, я так понимаю. Да, 72-99, 0,77 килограмма, 56-35. Скидки 0. Да, скидки, написано же, скидки для меня специально. Ну, короче, с вишней прикол. Ну, 150 рублей. Это не ебаный? 300 грамм. А? На молоко хорошее. Да, на молоко хорошее. 300 грамм, 150 рублей. Смотрю, что там осталось. Ну, там еще как бы есть, но охлажденки уже нет никакой. Уже нет никакой. Пакет Майка. Даже на пакет Майка 2,10 скидка, прикинь. Мандарины я уже сказала. Базилик. А где ты купил? А есть еще где купить лосятину? Лосятину надо спросить. Я его куплю.
если есть. Позвоню вечером? Да. Угу, спасибо. Базилик 55 рублей, а скидка 38 рублей. Сардина тихоокеанская. Это какая? Это Доброфлот. Скидка 199 рублей 80, 200 рублей банка, 100 рублей банка получается. И всего у меня обошлось две банки, 139 рублей 140. Сервелат черкизовский, да, где он вот у нас. $259, а обошелся мне в 130. Скидка 129 рублей, половина. Орбит жвачка 40, обошлась мне в 26 рублей, такая длинная. Ну, это курильщику нашему. Здесь на табачные изделия скидка не распространяется. Итого, ваша скидка составила 438 рублей. Вот эти видели? 400. Ну, сфокусируйся. В общем, видно вам 437. И заплатила я 796. Ну вот, давайте, 796, да? 800 рублей плюс 400, ну, 50 рублей, грубо. Вот столько денег я должна была заплатить вот за вот это вот все. 1200, да? 1200 я должна была заплатить вот за это. Ну, плюс специи еще и плюс сигареты. Вот так отдала 700. Ну, даже 700 рублей, что-то так мало на 700 рублей. Блин, деньги как вода. Деньги как вода, ничего не говорите, это вообще. Ну вот так сходили, что? Молоко, главное, купили, колбасу купила, сыр есть. Я же две пачки вчера покупала. Сыр есть, это есть, то есть. Сделаю ребятам пиццу, пусть едят. Ну, тесто осталось. Грибы только разморозить. Грибов я так и не дошла. Там только банки вот эти вот больших грибов. Чемпионы. Нафиг мне банка нужна. Мне нужна баночка маленькая. Все. Ну, не потребитель я скидок в таких ажиотажных мероприятиях. Спасибо большое за внимание. До свидания. О, нифига, стишок.